Со счетом... 2-0. 3-1. 3-0. 3-1. 3-1, да. 3-1. Опять победил сегодня Катарский. Сэм, я настоятельно рекомендую тебе начать пользоваться хитроносом, чтобы твой мозг мобилизовался и помог тебе еще во многих прочих вещах. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, это еще больше мой проигрыш, больше говорит о том, что я ближе к этой теме, нежели господин Котлявский. Ну, в общем, может быть, может быть, да. Итак, господа, перед началом третьего раунда я расскажу вам, как всегда, свой любимый анекдот. Как известно, старперы – это не только мужчина, но и женщина. И вот пожилая женщина приходит со своей молодой дочерью к врачу, встречает их врач и говорит молодой девушке: «Ну, девушка, идите за ширмочку, раздевайтесь». Пожилая мама говорит: «Доктор, ну это я больная». «Ой, а да? Ну покажите ее».